Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру зомби против растений, и у нас на очереди новая бонусная кампания под названием Festival Starts December 19. Я не знаю, что начнется 19 декабря. Возможно, начало новой кампании. Уже в сети появились слухи, это даже не слухи, а утечка о кампании Ice Age. Я ее видел как скриншот. Поле заснеженное, как тут, только оно полностью покрыто снегом. Тут снег лишь немного на поле и за ее пределами полностью покрыт снегом. А в этом уровне у нас есть несколько заданий. Это зеленые побеги, на которые мы ничего не должны садить, и красная линия, за которую противник не должен переходить. У нас появляется сейчас новое растение из платного списка, называется Sapfling. Оно не летального характера, оно лишь затормаживает противников, то есть оно как посылает. Сэп вообще переводится как сок, флинг — швыряние, то есть вот этот сок, он очень вязкий, и противник, как только попадает на этот сок, становится неуклюжим, передвигается очень и очень неспешно. Из другого вооружения у нас есть еще горох. Кроме того, мы получили сейчас дракона, прокачанный в Зангардене. У противников в основном преобладает это, конечно же, куровод и такие вот самоходки с компании Far Future. Мы сейчас получаем плент, а куроводы нам в очередной раз очень осложняют жизнь, соответственно, мы вынуждены использовать дополнительное вооружение. Не очень хочется рисковать, потому что одна, скажем так, один питомец с куровода может нам провалить всю миссию. Как только хоть одна курица пересечет линию, мы, соответственно, проиграем уровень. Не очень хочется это делать, соответственно, вынуждены использовать дополнительное вооружение, как сдув с поля, так и зимнюю вьюгу. Кроме того, еще применяли молнию. Мы сейчас применили план для Sapfling, и Sapfling полностью покрыл, не полностью, но там, где у нас были зомби, покрыл таким вот вязким соком. И они очень медленно стали передвигаться. Снова у нас очень много куроводов, которые уже выпустили своих кур. Мы сейчас посадили дракона. Частично он противников смог уничтожить, так как прокачан в Зенгардене. Но, к сожалению, у нас дракон, очень нечасто мы его получаем. На поле его только несколько штук, хотелось бы намного больше. Теоретически можно было бы выкапывать. Но столько событий происходит на поле, что неизвестно, куда раньше надо что садить. И на кого применять дополнительное вооружение. Очень такая насыщенная миссия получилась. Тут, кстати, зомби облачились в новогодние костюмы. Вообще, данная компания очень порадовала дизайном. Мы сейчас садим дракона и убираем последних противников на пятой линии, после чего проходим эту миссию. И будем скрывать подарки. У нас подарки такие, как новогодние, оформлены. В первом подарке у нас деньги, во втором рассада и в третьем 1000 монет. На этом будем прощаться, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!